Могу забирать шмотки, у меня нету воронок. Отойдите, мобы идут. Отойдите. Вот, ты спина случайно повернулась, тебе критануло, что ли? Я не знаю, я предлагаю заменить Almost Gold X и взять Шреддера. Хотя я не знаю, не уверен, будет ли у него больше ДПС. Потому что, ну, ребята, это вообще... Войд поступил как истинный протовар, чаржнулся и сдох. А знаешь, ну, как? Он кинул вмешательство в МТ. Ну, вмешательство, микстурку кинул, а его сложило, я знаю. А, понятно. Ну что, масс-реса нету, что ли? Котена все. А, на мне просто баб понятно. Короче, смотри, меняй Котласа, меняй... На кого я вам, блядь, поменяю? Вы видите столько людей, чтобы на них, блядь, поменять? Шреддер, Император. Император Миша Про, нахуй. Миша Про уходит, блядь. Хорошо, оставляй Котласа, меняй этого паладина. А ты не будешь ничего, смотри. Almost go X. Что не хочу сказать, но пацан либо сдох, либо что, но 600к в одного моба и 400 в другого, серьезно. А, мы мало, но все равно у него мало. На замену Шреддер тут. Резните его, он портанется. Олмаст еще и баф на хосту не давал, ретриковский. Насколько я понял. Или у него было в качестве? Ну, PvP спек. Тогда не было. Пока на замену. Почему, блин, стаки-то не даются, блядь? Чё, писать на форум, что ли? Мы... Да ты не один пишешь за это, походу. Ну, это просто неинтересно абсолютно. Дайте масс-рейс через фолшар. Короче, ребят, давайте больше не творить вот эту вот дичь, измешательство, херятельство. Опять у нас танки дохнут и мы вайпаемся. Господи, ну неужели мы не можем нормально пройти это говно? На кого я тебя, блядь, поминаю классно? Я поменяю нас. Некого на тебя поменять. Не нойте, сидите дальше. Скоро будет, нахуй, ограниченное время на РТ. То есть, блядь, пришли, от этого времени досидели, блядь. Когда уж кто уходит раньше, ЕП не получает. Хорош. Дайте шерпа. Ну люди, видишь, не хотят, блядь, приходить раньше, чтобы сборы были раньше, блядь. Симоним люди. Реддер здесь. Император не тут, Талрани, блядь. Тык на сумму. Короче, ситуация... Со следующего КД, походу, новые правила будут. Первое, что я хотел бы обсудить, пока суммоним людей на... Виби, ты где? Пошли все на место, стали? ДДшники, убиваем моба. Первое, это будет регламент на сколько времени у нас рейды, то есть 3 либо 4 часа. Если мы, ну, определенное время, от 1 до 2. Если мы садим, блядь, дольше этого времени, потому что травим кого-то, либо еще что-то, за это время будет идти дополнительное ЕП. Ну, смотри, если кто-то ливает раньше этого времени, не предупредив заранее, до РТ, либо... Во время РТ он офается просто, блядь, тогда и ТП нахуй. Либо он заходит и говорит, что у него интернет вылетел еще, либо какая-то проблема, почему он офнулся. Он ЕП не получает. Масть, смотри, 3-4 часа это мало. Надо ставить 4,5-5 часов на РТ. 6 часов нормально, заебись. А, давайте, да? Вы ебанулись. Это так мало. Нет, давайте до 5 утра хуй.
Нормально, да, согласен. До 6 давайте. С 0-0 до 6. 3-4 вполне нормально, слушайте. Да, 10 часов. Обычно так и проходят рейды. По 3, по 4 часа взаимно, в зависимости от инста. То есть, когда проходит время, блядь, 4 часа, допустим, я поставлю РТ. Если вы 4 часа сидели в РТ, и проходит определенное время, вы можете ливать, и вам за это нихуя не будет. Это раз. Второе, дополнительное ДП будет по просьбе, если мы будем троить кого-то, либо еще что-то, по просьбе РЛ. Если мы уже пересиживаем нахуй 4 часа, то 4 минуты, 4 часа и 20 минут, там будет дополнительное ЕП. Не в малых суммах. Так. Рыбу еще оставлю. Будь другом. А что на пол? Виби. Да тут, все тут, все тут. Подожди, не пуляй рыб. Император, мне нужна тебе рыба. Тебе лосось нужен нормальный. Блять, вот вещь ему потом нужен. Тирана микстурка кидаешь истерию. Я не позволю. Амсул, ты специально ко мне поближе становишься? Гера! Да не надо, чё, Гера для собак. Ну понять, где ты, блядь, от победного ража пропали? Саджира, заберите моба. А уедешь им быстрее. Спана моба заберите. С меня. Вчера я дал. Берите с меня мобана. Для 10 секунд висит. Готовь. Начинайте гибнуть, давайте. Мастер про. Про команды, пожалуйста. Стопнули АДПС. Шансун гимн ману. Я закосил, да. Стоп, АУЕ. Стопнули АУЕ. Трэш сведите. Категорично, что это, смотри, он врывает. Так, правильно, молодец, я его, чтобы он эти специально мотивация. Просто тот по один не знал, что есть такая печать повиновения. Его любимая. Готовься переводить. Переводи, переводи. Хорошо, что он не любит эту. Не есть то правильное. Стоп на левый. Спана снимите.
Блять, расколы проебал. Да ничего, сейчас настакает чашу, нет. Стопнули ауди. Стопнули по боссу. По боссу стопнули. Дайте гим. Гим на ману, царь обезьян. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мабаса, да. Да блин, дайте БР быстро. Да все, мобы выше. Да не сдавай. Так как вы его опять не захит? Дальше вы. Там оставьте босса, набирай игру. Турбо глыбу дай. Ну чё там по БРу, не? Есть БР, уже бафайте его. Ставь босса. Микстурка есть. Я не могу босса забрать. Сейчас он наберёт. По трэшу играем. Да сейчас хиляга тут. Тупо в трэшу играем. Сейчас он наберёт. 50%, быстрее в трэш. Что весь трэш жив, да? Блять. Ну хилы дрочат что ли? Ну почему не захит? Ну теперь все. Пожи. Короче, я предлагаю на этом все на сегодня. Какой нахуй все? Да не, надо. Так все, какой все? Ну вот. Блин, кто виноват, что тебя убивают? Хилы. Причем здесь рейд? У нас все нормально. Мы. У нас ДПС. Если вам не нравится, меняйте. Сейчас я еще на холи пава зайду. Нет, меня меняй. Да не, останься еще в два хапала похилить, нормально будет тогда. Но посмотрите на ХПС. Я не знаю, я в своем 250-м шмоте, я стараюсь как могу. Не могу больше ничего сделать. Ну, холи-пал есть холи-пал, его не должен нахуй. А если сам не захиливаешь нахуй, то сам не захилишь, блять. Волна исцеления, цепухи даже не кастовал, ты... просто. Тут так и так. Чтобы вы понимали, у нас сейчас ДПС рейд, худи вайшу и кели убивай. Проблема, значит, в другом. Микстурка, ты слишком долго задерживаешь на 100%. Проблема была не в том. Смотри, вот. Если по мне в прошлый раз влетало 90, да, там, то сейчас по мне 45 и еще там 40 с чем-то. Ну, это был не захил. Объясните это мне, дураку, захил. Почему... Подожди, объясните мне, дураку, почему именно на 100% переводится, а то что будет? Ваншот танк. Если вообще-то должны переводиться тогда, когда заливается весь трэш. Мобы залились, да, и переводятся. То есть хоть по-моему, на 300. По-моему, так. Я просто мы ждем до 100%. Я не знаю. Может быть, я думаю, если перевести не на 100, то там какая-то плюшка улетит. Так, я напали уже. Что вы там резнулись? Давайте сумму. Угу. Ну, с 2 хпала точно должно быть прям стопудово. Казан, давай шкаф. Ебать, ребята, вы не представляете, что только что было. Да? Я просто на лифте подпрыгнул, сдох. Заходи в данж, сама. Пикнися. Возможно, кого-то с хилов придется... Ой, танк, блядь. Хуемену, чист... блядь. Один частицу на Вайда, другой на этого...
Разберемся, царь, без тебя. А я же разбираюсь. Что такое агробот-то? Разберемся. Он порох обот. Что ты доебал? Ууу, пизда. А меня рейда не видно. А ты как-то квесты разбафал, да? Нет, не разбафал, мастер. Раздай, пожалуйста. Так, роги без креста никак. Так. Бля, какой красивый плотин. Говно. И про шеи Шредера, да? Согласен. Я про Ханви. Так и классно. Царь, озвучь, пожалуйста. Чё? Ну как ты блюешь? Не брадивай. Спасибо. Не, подожди, я не в форме просто. Сейчас такое урчание кита просто. Череп играем. Это что, у мастера голос так изменится? Да, да, да. Войт Раш, блядь, шутить можно. У кого, блядь, расстановка, сука, ходить вправо и влево на А и да и на Д нахуй? Вот, у меня. У меня. Чё, ебать вы эти уроды нахуй. Контроль играл, ну и все. Ты чё, блядь, сука, на стрелочках ходишь? Не, проблема-то в том, смотри нахуй. Зажимаешь «Да», он пошел вправо. Зажимаешь «А», он пошел вправо, нахуй. А если обычная раскладка, то нахуй ты оборачиваешься на месте, блядь. Чё хочешь, Алис? Знаешь, проблема он оборачивается на месте, наверное, нахуй. Так полезно. На нормальной человеческой раскладке у тебя стрелочками это поворачиваешься. Смотри на Войда, как надо на месте брать. У тебя корейская раскладка, тут, сорян. Смотрите, давайте его убьем. Ребят, давайте его убьем. При нормальной раскладке. Да, он все подтверждает. Фелшар. Лена, давай убиваем босса, потом ты хотел уходить, идешь. Она приход пьет. Да что ты, блять, хочешь-то? Отчет даешь, нет? Или мне давай? Подожди, я ману отрегеню. О, что я забыл, нахуй. Нормально, блять. А где у нее хаука на ману, блять? Сука. В инвентаре лежит мятный чай, или как называется. Еще на кнопочке есть на панели. Чай нашел, блин. Ctrl 5. Да. А есть у меня пошел на. У кого нет? Меня нет. Микстурка. Я готов. Еще раз. Давай отчет на 10 секунд. На 10 секунд. О, на 10, хорош. Всегда на 10 давал команду. Я давал на 10. Кстурка на 5 минут. Рано Гера дают. Ну хоть ее дают, но. А, ну да. Ну давай я сейчас тут переведу на 75, да, процентов. На 5 секундах до сотки приведешь. Окей. Бать тебя шибёт, нахуй. Расслакал. Ну, сука, только не спиной, я тебя умоляю. Так. Бычья голова, гимнаману.
Тоткаем от природы. Перевожу. Бля, Фрэш еще жив был. А, уже, нет. Далин, залей мне ману. Гимн на ману, ой, назад. Ой, блядь, блядь, блядь. Гимн на ману, классно. Я эти микстурки хиляю, блядь, за полчастицу повесил. Это Алиса. Стан, если... Войд, дай прожимку, если что, свою. Шансунг, я тебя кастрирую, честно. Держу, моба, давай ты босса еще держу, доливать могу. Я домов провел. Дал чешку. Мобов, мобов, забери. Нет, так не умер. Пассажиру БР. Так, шансон кинь на маме. Доливайте быстрее. Перевожу. Стропнули до 5. Мало. О, господи. Ну вы не можете стопнуть, что ли? Или раскол вовремя сражается, да, вы кончены, что ли? Не вовремя, а взрыв был. Не, блин, надо деп... вот именно ДПС дать, не... Вот нафиг стопнуть, сорвали. Кто-то пошутил. Да какие силы? Турбо и Виби, блин, на гроуде тау. Турбо не силы. Чё, идём на скрытие, нахуй? Нет, свалиски ещё не уфаются. Мне нравится этот пост, интересный. А ну-ка, блин, коньки хпс. Через хил я в 40. Да у вас с сомалийским одинаково. Подождите, вы что, забыли тактику? Там же все должны смещаться постоянно. Да, кстати, интересная тактика. Мне тоже казалось, что босс, ну, типа, если не призвал две пачки элементали, надо передвинуться на ту платформу, куда ведут босса. Правильно, Шреддер говорит. Плюс 100 очков Гриффиндору. Слизерин против. Слизерин, нубы, ГП. Я не знаю, там кто нубы, кто нет, но это уже пиздец полный, ребята. Да не, сейчас уже все вспомнили тактику, уже куда боссы ведут, туда люди прибегут заранее, просто и такого больше не будет, вот и все. Верно, сейчас убьем. Ой, блядь, регламент на РТ будет обязательно вводиться. Я ебал эту хуйню, блядь, с вашими ластрами. Поебаны. Да никто пишет такую фразу ластрай. Просто ГП, а не просто ебани. А теперь посчитай, сколько времени мы проебали на то, что... Кто, блядь, срывает агро, а говоришь тем, кто пишет ластрай.
Срывают агро, пуля трэш лишний, сука, которая не наказывается вообще никак, блядь, это. Действительно, давай посчитаем, сколько времени. А за ебаный пельмень ты наводишь столько ГП, что пиздец просто. Да. И когда я вам за пельмень дал ГП? Да я не о тебе, мастер. Вот сейчас, Локи, просто я ваш рот ебал. Это кто у нас? Третий трай, сука, пулит Пэт ваш ебаный трэш. Зачем, сука? Это Рога, блядь, Эл-Рей. Что ты мне скажешь на это? Пэт агрит? Ты можешь глаза разбудить? Да, Пэт агрит. Чей, блядь, бес, сука? Может, вначале посмотришь, кого берет моб в первую очередь, а потом уже говорить на локов. Ну, чей бес, сука? Ванвиз просто ставьте, да и все, беса. И, на, конечно, на пассив. На боссе активируйте. Ну, просто я смотрел на этого самого, на трэш, он, блядь, побежал на твоего беса. Что? У меня нет беса. Хорош, да вы задолбали уж, какая разница, чей? Я сагрил, все, давай мне ГП. Три лока. Хорош, все, хватит. У одного собака, у Виби, у двоих беса, действительно. Я сказал, хватит. Я Ластраль, блядь, у меня уже жопа горит с этой хуйни. У меня тоже горит, сиди спокойно, пожалуйста. Фулл ребаф, раздали. Турбо, дай МК, пожалуйста. Я вам распишу на всю неделю, будем ходить, блядь, РБК. Меня заебала эта хуйня, блядь. 300 баф. Да это все стажеры виноват, 100%. Кстати, да, мы же убивали нормально без него. Я вам больше скажу, мы нормально и с ним убивали, когда мы пугом ходили. Шутки шутками, но вы охуели, люди, серьезно. Лена, тут нет. Лена, Фелшер. Фелшер, знаю, Фелшер. Ты... Давайте. Ладно, собрались, все, аккуратненько играем, ДПС у нас дожжет. Не забываем переходить на платформу, куда ведут босса. Я не позволю вам багнулось. Еще не переводи. Переводи. И назад это был этот. Она, блядь. Итак. Паладин этот. Ой, назад, гимноман. Кто там боюрил? А в мозг пол. Трэш активнее заливать. Свич на листочечном туда. Перевожу.
Чё, прожал шрот? Угу. Готовьтесь, перевожу скоро. Точечно, давайте этих добивайте. Чё с трэшем? Не ну, играй. Пиздец, я сейчас умру. Быстрее в трэш, а уешим, алё, блядь. Все приключились в трэш, нахуй. Точечно играем, блядь, если не умеете так. Гимноману Шинсун. А почему так быстро стаки набирают? Вот уже 50. Добивайте флеш. Почему он так быстро пошел? Прямо на природу. Я без мана. Классная гимнома. Давайте трэш. Дал себе пожимку, трэш добили. Перевожу. Блядь. Гробница. Так. Трэш игра. Бычьи головы, гимн Аману, если есть. Я вот. Постель читает. Просто это. Быстрее в трэш давайте. 100% сейчас. Перевожу. Нахил закинул. Так, у кого есть гимн? Меня сейчас дам. Даю. Быстрее трэш. Добили одного точно. Следующих ловим. Я в гробнице фильма. По гимнам все, когда, да? Трэш точно, переключаемся. Готовьтесь, перевожу. Гробница, сука. Далин Б. Не надо Б. Это АОЕ, куда не надо? А сейчас пан умрет. Агро.
Ну, бог, кто в босса играет. Не играет в трэш, сразу видно. Оставайся, сучий глаз. Перевожу. Сукин сын. Бильтурку брать. Маны нет уже. Бегинь маны нахуй просто. Я в гробнице. Похилим. Спана агро. Да. Просто есть тотем? Агро. Молодец, пан. Частица мастер. Да, да. Что вам сказать, ребят? Ну, БР идти, ебать. Да, мастер, частицу отдави, пожалуйста. Мама, я вам так скажу, сбагнулся, и переход был больше, меньше этот по времени начал. Может, БР, нет? БР идти, ебать. Перевожу. Сейчас надо онли в босса играть, или мы в игроку убрать. Бомжей, бомжей ДК дали все. Онли в босса, я уверен. Это было на следующую, давай, бомжи. Тут есть еще 50 секунд. Надо было... да, 50 секунд. Ну пробуйте, хули. 10 лямов. 50 секунд тут ДПС босса. Живы есть. Я не понимаю, какого хуя берса так. Переведем по 4 моба, поддержим. У меня откат 2 минуты. Перевожу сейчас. 8 секунд перевожу. Сейвы как не вставай. Вы убьете. Это сейчас я на переходе дам шивы. Переход, давайте. Давай, да, переходим. Главное, мобов осторожно, только босса точка. Даю шивы. Уход в день, прожми, дурак. КД, дурак. Так какого ты его прожимаешь так рано? Добивайте, добивайте. Бейте, 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 баблы еще есть. Добейте. 700 тысяч, 500 тысяч. Берса добивайте, добивайте, добивайте. 100 тысяч. Пиздец. Короче, живой босс нахуй остался. Босс багнулся сильно очень. Он начал быстрее призывать этих мобов. Быстрее, это, точнее, не мобов, быстрее стаки, вот эти стаки. Вот проценты. Да, да. Очень быстро начал. Мы просто не успевали заливать мобов. С учетом того, что у нас ДПС выше, чем в прошлой трайбе. Ну-ка, линканите ДПС и ХПС. Я вообще просто с мобов не переключался. Я онли в мобов. Триня упала, пацаны, триня. Сомалийский хорош. Первый нормально. Правда, не та, которая нужна, ну ладно. Бам-бам-бам. Да, тут холивар будет. Хорош. Че, Алиса, тебе завтра забирать? Присты, надо уход в тень прожимать. Никогда его переводят на фазу. А когда он сменит свой цвет? То будет трудно, кончено, это блин. Будет этот, наверное. Все надо объяснять, все разжевывать. Хилы ролим. Кому надо. Царь, роль. Хорош. Все, завернул себе. Подожди, Рамбай. Подожди. Да он ниже какой. А на кого ты прикалываешься вообще? Не на кого, царь, я отдаю тебе. Это шлак типа, да? Ну типа она не. Это крутая тринька на самом деле. Не, это топ триня, вы чё? Все, идем скрыть, не ёбнем нахуй, блять, уходим с этой хуйни. Я понял, где моя триня? Я дал. Нормально, все. Чего, довольно не зря траили, да? Нет, скрыть еще один. Что я почему так много ГП? Лена, ты если хотела, то можешь уходить, я тебе на часы. Нет, не все, Лена, ты идешь на скрыть мне? Да, да, нет, нет. Ну, видишь? Это как расценивать? Как 2 минуса, блядь, или 5 минусов? Это расценивать как равно, нижнее подчеркивание равно.
за 10%, если можно. Мастер, ты на Гвара заходишь, да? Да, я уже на Гвара. Хорошо. А чё, просто ушёл? Задуму туда. Ты за 10 хочешь забрать, да? Да, да, давай задуму. Я задуму даю. Просто ты начислил это? Просто нет, накинь. Этот получил ЕП, этот паладин. Я ему давал ЕП. Рульте. Чё, мне теперь на лучу данную заходить? А я заебал. Да там же особо хил не нужно. Да по домашь, да. Хила не особо. Давай, давайте царя спекнем, пусть потестит трейдер. Да, пусть царь хила, ёма. Да, без боя спекнуть, мне чё-то, мне не жалко. Ну, а давайте нахуй 5 хилов будет все присты, блядь, и все ДЦ нахуй. Ну, а почему, блядь, его не было? Неправда, блядь, неправда, у меня хули спек только. Я нашел нам хила. О, фельдшер, замечательный хил. Моя жопа горит. Будто бы не бывало. Нам с тобой повезло. Только этого мало. И только сука, убить ёбаного пиздец. Я хуеваю ты... иногда. Мастер, а ну ты видишь, что там с работы захожу. Короче, захожу я всем с работы, блять. Только это еще не началось. И вы такие. Так, ну гидро с тобой не... Нет, на самом деле, ребят, я хочу вас всех поздравить, вы все ужасные молодцы. Вы убили баганного босса, он забагался у нас, понимаете? А он в два раза быстрее вопрос. Начал проценты. А не выходили никакие обновы в последнее время? Нет. Нет, нет, он просто у нас... Это после 70 траев на нем, он забагался, да и все. Скорее всего, потому что, смотри, я смотрю так, 10%. 10% проходит, и через одну секунду сразу же кидается 25%. Потом, короче, 6 секунд кидается 50%. И 10 секунд кидается, короче, 100%. Это что за бред? Мы что, за это время должны, короче, успеть убить этих мобов? Вы что, рофлите? Не фильчил ему зад. Давайте я уже. Рыбу поставил. Не у... Уйдите нахуй с резервуара, блядь. Сейчас я вам метки расставлю. Микстуркой расставь метки, нахуй, на мобов. Я релот прописал. Сейчас я метки расставлю, микстуркой оставь метки на мобов. Да мне тоже надо релот прописывать. Ой, лоль. Говорит, в стране, говорит, нужны герои, да? Давайте убил его с первого трая, мне надо у меня смотреть. Так оно вчера вышло. Что ты, блядь, сегодня смотреть не будешь? Вчера что-то не ухили. Потому что, блядь. Еще раз, присты, пожалуйста, запомните. О, хоть хороший ты... назад. Подожди, дай я донесу эту мысль, потому что я не знаю, некоторые присты не понимают. Уход в тень на вот эту вот гидро. Да заебал ты уже с этим. После того... Ты меня не понял, ты меня не понял. И другие присты меня не поняли, потому что вот это вот постоянно я наблюдаю. А у меня КД, а я прожил раньше, молодец. А теперь рор, оф нахуй. Так, Котлас, твой моб это кружочек. Ты его притяжку даешь. Микстурка, даешь по треугольнику притяжку. Алиса, даешь притяжку по кружку. Потом по откату Котлас дает по ромбику притяжку. Понятно? Всех мобов держим, черепи мы. Убили этих мобов, блядь. Пересместились, убили остальных мобов. Думаю, все всем понятно, нахуй. Причем на пул все тут были, нахуй. Все, блядь, просто скилловые боги, нахуй. Я тут не был, что тут делал? Левай с рейдом. Нет, я серьезно тут не был. Это Джованни, хоть оплюйся, скилла у тебя от этого не прибавит. Как ты был, клац-клац, так и останешься. Понятно, пацаны решили голду заработать. Тебе ж похуй, мне голда не помешает. Согласен, давай.
станет богаче. Кастель, ты там считаешь? Сейчас разорится. Так, ну что, будем начинать? Куриба, раздали? Он не дает получить. Фейл, что ты тут? Может без нее начнем? Она хил, блин. 4 хила тут хватит. Которая не спекнулась в хила. Ладно, в 4. Да пусть ДТ будет 4 хила, все. Чекач. Нет, башка болит уже от сегодняшнего рейда. Почему когда кто-то говорит, что у вас башка болит, у меня тоже начинает она болеть. Вы уйдите нахуй. Ловите босса. Как зевание. Давайте ачиву. Ловим босса. А еще такие пацаны, у нас рыбалки не. Блин, я забыл, кого идти, но... Император, ты тут на туре не был? Катлас, ты можешь ловить босса в центре? Пожалуйста. У меня ачива есть. Нет, ты не в хиле, а в Элеме, в Элеме. Сука. Пиздец. Ловите нахуй босса, вы будете босса, ловить блядь. Босса, блядь. Вылавливайте его. Удочки достали, ловите. Тыква лучший рыболов. Ладно, сейчас шутки про рыбки будут. Вы любите рыбные палки? А, как-то мама собирала Вовочку в школу, положила ему рыбу и гвозди. А в чем развязка? Геру, а давайте еще поделать. Давай, давай. Тут нету бельс. А ему что, хп уменьшили? У него же вроде было раньше. Точно, там же есть точка единицы. Агро. Салю по мастерам. Че, микстурка не в воде? Микстурка что-то не хилится. Водомет, в воду прыгнули, быстрее. Посмотрим, император сдохнет или нет. Я тут не был, я ничего не знаю, блядь. Что-то мне показалось, что водомет теперь догоняет, если бегать. Да прыгайте просто в воду и не бегайте. Вообще лучше ведь будет стоять в воде, ну пусть. Скоро погружение. Что-то, блядь, ДВМ не показывает. Водомет 5. А, вне подвода. Погружение. Где погружение? Это в этом протянуло свисту. Стражем перегибал вам не стоит. Второго сюда. Вроде как, вроде. Да уехали, могу. Стражи, заберите танк. Перегибал и не кистой. По черепу. ДБМ нету. Заберите с меня трэш. Ромбика с меня заберите. Отлично. Все, это все фазы босса. Император, вон смотри, где царь бьет, Шансунг, точнее могу забрать тебя на острове, иди тех бей.
Все, мелики допиляйте, душительница. РДшников засвистили это другие. Котлас, какого ты хуя играешь в босс? Если трэш его. Питаемся, скоро водомет. Водомет, воду пригни. Влезай. Он по кругу делает водомет. Пока он крутится, можно... Костель вылезет. Мобы сожру. Он наркоман. Все нормально. А мне похуй. Я с мобами, меня даже мобы не бьют. Водомет. Готовимся. Прыгнули в воду. Сука, самый изи босс тут. Слепой проще. Не. Почему погружение не показывает? Стражи, стражи ловим. На микстурке 2? Ромбика с меня заберите. Доигрываем до шипи. Дальше играйте на платформе. Их можно свести? Они не двигаются, их только можно притянуть. Фига, сделай я. Там у нас Ретрик играет по боссу, а, блядь, Шреддерна. ГП. Ну я буду за такое, блядь, если как ГП там. Как вам повезло, что тут нет этого, блядь, Берсина. Счастье. Счастье, радость, радость. Чефирчик сладость, да? Шрасик в радость. Пельмени пахнет. Ростиком. Ты сейчас засунул руку в трусы и понюхал. Фу, сейчас селедкой пахнет. Да, под мыбой пахло, да. Он погружение ждал. Нет, водомет. Зинул, ты где? В реке, ха-ха. И Сережа тоже. Так, это последнее погружение, потом сразу как он вылазит, на трэш забиваем, но сейчас бьем его.
Как он вылезет, забьем на трэш и переключимся в босса. Молодец. Минус 2 хила, блядь. Вы что там стоите, нахуй, если там мобы выходит? Дайте БР. По самарийскому БР. Стражи и убиваем, и в босса свечи. Ромбик заберите. Трэш. Алиса, ромбик забирай. Все, спасибо, Войт. Да хули его в спек у меня, блядь. Играю хуёво еще. Сорян. Босса все. Столько залезть вот мы. Я где, в ванне, что ли? Да, ты в реке. Ну вот, а не убьем, не убьем, давайте, рот. Ладно. Грабяшка на танке. О, кольцо какое на. Стоп, это чё у нас? Чё, лицо? Сейчас кто-то будет кольцо отравить. Чё, говорите, я один ролил, да? 10%. Смотри, сколько сразу, блядь, пидоров, на. Ну так чё, я там ППР выше всех, да? А, не-не-не, подожди. О, теперь не выше всех. Напугал. Все, удало, ран. Давай. Да, спасибо. ЕП, ну, если хотите, пока я с рейда не ливайте. Ну, вот одна ручка нормально. Крит, Мастер, да? А ты шо, Коносуба фильм пойдешь сейчас смотреть? Нахуй мне Коносуба фильм, блядь. Я фильмы не смотрю по аниме. Ну давай, кину ролл. Шреддер, у тебя уже есть этот молот. Шреддер, ну-ка, мастер. Шреддер забирал этот молот неделю назад. Посмотри, он на боке. Ничего я смотреть не буду. А, у нас сапоги, что ли? Теперь так, в рейде никого нету лишнего? Нету. Массовое начисление, 4 босса. Так, Ромка, мастер. Ух, мастер, я чуть без 40 нахуй не начислил, блядь. Ну, мастер вышел. Мастер. Ну ладно, пусть забирает. Всем спасибо за рейд. Удачного вечера. Спокойной ночи. Тебе спасибо. Да. Не уступишь дробяшку? А ты нахуй дробяшку? Ну, спек. Пиздец. Мастер не отдавай. А чё, ГП не получишь, что ли? Сейчас. Я смотрю. Так, 10%. Там 10%, да? Угу. Так, меткость. Ещё синий слот. Не, не уступлю. Метка сдает, хотя... Так, шансон, сейчас. Нет, не критично.
Ну, по факту. Я не видела, как Ромка танчит, но мастер частенько танчит. Харатри. Хотя Ромка... Где можно почитать описание этого типа атаки? Молитву? Нет. Чем мобы на гидросе бьют? Просто интересно, чем? Вроде... Вроде летит как красная атака, но почему тогда стаки нету? Хуй знает, но они бьют физой. Ну... Хотя вот магический этот удар, можно от него уклониться и парировать. Разве? Можно, точно? Да. Ну вот я на гидросе, ну вот именно на самом боссе, я парировал. То есть Ромка, я также думаю, там можно и уклониться. От магии да, можно здесь. Только уклониться. А, микстурка, рак, парируй. Чего? А царь-петух, парируй. Нихуя. Хуя. Неправда. Хуя. Если от магии только уклониться, то да понятно. Возможно, в связи с тем, что... Ну там ГП. Нету ни хрена уклона в этом месте. Соответственно, стаки не накапливаются. Где он стоит громко, блядь? О, нашел. 116, говоришь, да? Угу. Так что, завтра наука есть смысл идти? Ну, есть. Будет, не, будут уже люди, охуенно. Пойдем. Че, не будет людей, не пойдем. Видишь, сегодня как-то вообще херово с онлайном. Да в смысле с онлайном херово? Все нормально с онлайном. Просто, блин, мы тупизни. Вот, царь, ну че, смотри. Замена пришла от моего императора, смогли взять, и Шреддер, который провисел в ЦЛК, да, я не знаю, что он там делал, я надеюсь, он уже шем собрал. Короче, суть в чем? Не было у нас людей этого же ПВП паладина поменять. Ну как так? Это не понятно, было людей. Ну, Соларион один хуй убил, его же там не надо дохуя людей, да, он уже бился, нет? Или есть? Солариона нет? Там нету, нету. Три босса легко убиваются в око. А кто тяжелый там? 22 человека. А кто там тяжелый? Кель? Ну, 22 человека, Келя мы не убьем. Ебать, ребята, это... Сука, 3% крита теряю с этим кольцом. Нет, слушайте, а вам этот коготь Аллар вообще падал? Пушкой. Да, у меня да. Какой коготь Аллар? Ну, одна ручка. РПБ Коста, правильно. Ты вот да, это хочешь, РПБ, да? РПБ Мастерство, да, вот. Охуел бы. Я ж тебе у меня оно лежит. Ну, мне два или раз падало. Ну, падает, да, короче? Ну, никому не нужно, да? Мастер, слышишь? Теперь... Тут прекрасно. Штука охуенная. Какая? С ЧС Шреддера убери. И если говоришь, набираешь людей в этот, на, скажи мне, на РТ, тогда не пиши в ПМ, пусть тебе плюсуют. И все. Слушай, а там и леворукой можешь упасть, леворукой. Ну да, он сказал, он, я просидел минут 7-10 и пошел в ссылку. Типа подумал, что фулл рейд. Убери с ЧС, да и все. Чё он пиздит? Я открывал тогда, сука, рейд. Я открывал гильдию, он был в ЦЛК нахуй до того, как я начал сбор.
Ну, он мне написал. Ладно, не знаю, уберись честно, чтобы такого просто больше не было. Не переписывайся с ним вообще, просто от него плюсик один жди в чате и все, в личку. Или каждый раз после РТ ставь его в черный список, перед РТ его удаляй. Теперь так. Царь тут? Да-да, мой сладкий, я здесь. Короче, надо обсуждать эту хуйню с РТ. Ну а что обсуждать? Я как бы за то, что, ну, насрать на самом деле на лимиты. Надо убивать до последнего, как бы. Сидеть и убивать.